элитном раунде тут очень сложные все игры. Ценность победы, я считаю, очень велика. Не обязательно совершенно мы пропустили первый мяч. Но потом хорошо, что переломили ход игры. Мы при этом, конечно, потратили много сил. Сегодня мы старались играть активное давление на соперника. По большому счету, наверное, тактика наша сработала. Соперник не создавал те моменты, которые он создает при стандартах. И не так много было моментов у него, наверное, и в процессе позиционной атаки. Что касается нас, то я еще раз повторю, потратили очень много сил, но ничего, будем восстанавливаться. Есть ребята, которые сегодня участвовали. Завтра у нас очень важный матч с чемпионом Италии. Будем готовиться. Ну, дай бог нам удачи на завтрашнюю игру. Дмитрий, первое впечатление после матча, все-таки вратарь постоянно в игре. Что чувствуешь после этой игры? Ну, первое впечатление очень тяжело, как бы устал, да. То есть все ребята бились, старались. И ну, первое впечатление, просто усталость пока. Сейчас чуть-чуть, может быть, отойдем, покушаем, как бы, и придет осознание, что там чуть-чуть маленький шажочек сделали. Ну, да, большое спасибо нашим болельщикам. Они сегодня, после того, как мы пропустили первый мяч, погнали команду вперед и придали дополнительных сил. Ну, конечно, всегда приятно играть, когда тебя поддерживают. Что, могу сказать, уже близкие люди, достаточно близкие люди для нас. Между собой в коллективе какую-то задачу поставили перед собой? Да нечего нам как бы ее ставить, все понимают, как бы, да, тут, то есть, тут как бы по умолчанию все понимают и хотят как можно лучше выступить. У многих футболистов приехали жены и дети. Насколько это влияет на подготовку к матчам, на игру? Да, они пока только приехали, мы их так как такового не видели, вот только приехали, сейчас, может быть, после игры там пообщаемся с ними, как бы узнаем, когда ехали они, как что. То есть пока никак не влияет, скажем так. Все, удачи в следующих матчах. Спасибо, спасибо. У Морено была проблема со спиной еще перед этим турниром, но он сколько смог, он отыграл. Значит, ну об этом очень много пропустил. Он до сих пор еще не до конца готов и здоров, но сегодня вышел. Забил, отдал передачу, и мы перевернули игру, во-вторых, перевели игру к чужим воротам. Когда соперник нас активно прессинговал, мы через него очень хорошо выходили. Спасибо, удачи завтра. Спасибо.